Кто хочет увидеть сучок Криса, смотрите в камеру, доставай, Крис. Друзья, в какую камеру? Подписывайтесь на инстаграм Offroad Brothers или канал Offroad Brothers. И увидите сучок Криса. Всех своих... Брати? Не брати, а всех своих... подданных забирают себе на родину. Почему тебя бросили здесь? Ребят, Валера на оффроуде как дома. Отойди на метр! На метр отойди! А не, ну он стоит хоть и в тапочках, но на безопасном расстоянии. Валера на оффроуде как дома. А чем вам не нравится мой тапочки? Так, вы будете Максу помогать, чтобы бросили? Он помогает! Колесо охраняешь? Колесо охраняешь? Чтобы не украли, покажи, да. Покажи отпечаток свой. Давайте так. А ты русам продал. Давайте так. Продажу. Мы поели, все, конкурс. Кто быстрее перекатит это колесо через болото, туда и обратно. О, это нормальное кино. И мы узнаем, слышишь, кто главнее в брата. И машины целые, блин, главное. Олег, причем в тапках так, надо, смотри. Да? Ты не хочешь на Ниве заезжать на ту горку. Ты сможешь это колесо закатить на ту горку? Знаешь, что изменилось, короче, Валера? А вон горка, кстати, да. Яйца сначала спустить, да? А сейчас колеса, У кого тормозная еще есть? У Валера, он пьет. А вы знаете? Валера, нет. У него тапочки. А вы знаете, сейчас посмотрим. Я в горах 35-й мат катил, и он... Я его положил по это, потому что я устал, а он встал и покатился. Валера, а это называется, ты помогаешь Максу сейчас, да? Подожди, я стою. У него история классная, поломал 4 забора. Стоят гусулы, колесо летит, такой забор. Я думаю, сейчас забор остановится. Он только да, и не заметил, такой щелк. Второй забор такой щелк. Третий забор такой, уже вдалеке его не видно. Щелк. И оно пропало из виду. Мы все такие смотрим и только слышим. Щелк. Я такой гусула спрашиваю, там хата есть? Он говорит, а мы там никогда не были, мы не знаем. Он даже, видишь, уцул полковника, разломал там все эти самые. Так, ну это поэту, еще прилип. Его в Карпаты уже не пускают теперь. Сейчас уже его в Киеве пускают. Давай, бери трубочку. Надо тормозуху. Приз, каждая машина сейчас по 50 мл тормозухи, это Сёме все. Это Сёме! Пошли! О, возьми ложку, стаканчик и... Посмотри, может, ты... Сейчас глянем. Валер опять за свое. А что это, вместо шприца или что? Да, не, отбиваться. Не, Макс, там нету в камере, кто это, понял? В зеленой мечте есть все, тормозуху нашли. О, давай, покажи. Он придумал интересную расплату за ремонт машины. Я говорю, я же точку поставил, вам тут надо А мы разбегаемся, потому что машина не ваша. Сосать не хочет? У тебя получается какой-то контур сейчас за воздушный. От воздушный, да, еще будет, да. Так а как от воздушный? Отсосать. Сучком не упирайся в бампер. Поцарапал он, фару разбил сучком. Или я переоценил твой сучок? Не, у тебя большой же был. Сейчас покажу. Кроме этого. Она только в болоте, чтобы резина не пользуется, да, чтобы она работала. Попробуй тормоза. Так она сейчас поедет, подожди. Все, куда она? Ивана, отойди. Давай. А что ты хочешь сделать? На колодке сейчас. Работает или нет? А ну давай, пробуй. Попробовала? Я пошутил, ну ладно. Не доходит. Нет. Это тормозить это не будет. А, подожди. Должно тормозить, потому что тот контур у тебя завоздушен. Надо его развоздушить. А где у тебя еще один штуцер? А, подожди, у тебя получается сюда приходит, а сюда и уходит. Ну, да, у тебя один цилиндр здесь? Два. А что один штуцер для прокачки? Там два штуцера. Один второй. Два штуцера. Один. А, все, 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 вижу. Так давай прокачаем. Я, ну, заведи. Я уже до себя тормозухи отлил, да? Задняя часть тормоза снизу, у тебя осталось без тормозухи. Соответственно, у тебя два контура сейчас разрушены. То есть один контур здесь, а второй контур здесь. Пока я не знаю, какая трубка легко отвечает. Оба прокачаете, да и все. Скорее всего, обстукивать надо.
Пошло? Пошло? Да. А ну открути. А ну Ян, нажми на тормоза. Пошло. А ну покачай. Открой его. Три раза покачивай и держи. Все, держи, запускай мы. Три раза и держи. Давай. Держи? Да, держи. Тормозу какая черная. А ну попробуй, здесь крутится. Не зря хоть это. А, колесо крутится, нет? Все, работает, да? Тормозу пиши, есть? Так. А, держи. Еще раз и хорош. А где тормоз? Все, хорош. Давай второй. А зачем второй заглушить? А. Мы точно знаем, что тут заглушен, да? В общем, все починили, все нормально. Что, еще осталось? Да. Тормозуха еще запасная осталась. Да. Да, гайки серьезные тут. И все. Радиатор целый. Да, колес не хватает. Турбодизель. Volkswagen. Блин, только колеса нужны, Олежек. И все. Машина огонь. Так, все. Починили. Даже один контур работает, да? Даже один контур, да. Серьезные автомобили были. Тормоза, все так. Мог подумать. Все по-взрослому, да, все? Угу. А баллонник твой или слепого? Нет, кто-то тут дал. А у тебя нету? Нет. Это опасно. Как у нас. Крис, Крис, в группе, да. Крис, иди, мне надо логично закончить видео, сядь. Стой, стой, ты скажи этот самый, что? Иди сядь, я, чтобы записи, логично видео. Лиана, отойди. Отойди, дядя хочет сесть на место. Иди, мне надо логично закончить видео, давай. Дети, ты пугаешь. Дети, Руслан, где пугаешь? Ты выучил? Крис, ты выучил? Да, а что ты выучишь? Так и говори ему. Ну, начало же было про стручок Криса, начало видео. Друзья, скажи, кто хочет себе такой же стручок, подписываемся на телеканал. Стручок? Стручок, да. А как мы вначале называли? Дрючок или стручок? Ну, дрючок, наверное. Дрючок? Или крючок? Я, наверное, самое это, ликвидируюсь с вашей компанией. Давай. Я баню, блин. Вы что-то какие-то вообще не ненормальные. Не прокатило, хочется отсосать, да отсосать. И никто не это самое, и он уходит. Понятно, Валера, понятно, что тебе к нам бред. Вас вообще, вы видели, кто с вами ездит вот на покатухе? С вами нет ни одного нормального человека. Посмотри, хоть кто-нибудь в тапочках приехал на покатуху, домашник. Ну где нормальные люди? Я понимаю, что один нормальный только я. Видите, какие мы дружелюбные ребята. Мы никого не выгоняем, даже если вы приезжаете в тапочках. Все с нами. Все с сочувствием. Всех накормим, отпоим, все нормально. У меня машина для этого. Да, это все в чертях Киева. Ролевые игры, столько, блин, одежды разные. Где? Так одевай, выходи. Это же не ролевые игры. Слышь, я чуть камеру раньше не выключил, чем надо. Так это для игр именно тапочки, да? Ну а ты думал, для чего? Так, одень еще что-то. Можешь какой-то второй? Что у тебя есть еще из домашнего? Второй гардероб. Все есть. Маска есть. Покажи маску, в которой ты в магазин ходишь. Микки Мауза. Царапайте, пускай. Маска садомаска, да? А салфетки эти влажные не пойдут вместо маски? Пойдут, подойди эти прокладки женские. Увлажненные. Есть?
Он так сказал, как проклятие какое-то. Проклятки. Так оно так и есть, наверное. Саша, есть чай? Это же не зря говорят, что женщины пьют. А надо капот закрыть. Да пускай это, там уже и тормозовый. Так там дети впереди. Капот открытый, Макс, куда ехать? Стой, стой, кричит. Аккуратней со своими желаниями, Макс. Да нет. Очкуют. Так а что тут ехать? Так я об этом же. А они говорят, не заедет, не зови их. Миргородская есть только для... А, есть семья. Наливаем? Мне за рулем нельзя, у вас наклейка тут. Ага. Ой. Дети жесткие у нас. Саня, Саня, ты в Шишиге родился или нет? Осторожно, глаза, глаза, глаза. Ивана, осторожно. Андрюха, лови. Да. Левый нормальный. Вам будет неинтересно. Нам неинтересно, я на обкатке пока не хочу его водить. Зеленая мечта, 39 лет на обкатке. Так, квадрики. Обкатка закончилась. Вот есть альтернативный. Надо, получается, если ехать, то... Можно по своему этому. Между колесами взять, да и все. Чтоб по ненакопанному. Вес решает. Круто. Вот так. Так, тест-драйв. Блин, ну кто-то есть почему-то ощутимый? Сейчас, подожди, тест-драйв, стой. Работают тормоза даже, слышь? Тормоза работают. Круто. Тормоза работают спереди, то колесо правое работает впереди. Читать. Куда ты? Да что я буду? А не, побудь еще. Так, не очкуй. Не очкуй. Крис... Про что там Министерство охраны и здоровья? Чтобы защищаться. Одевай чехол. На стручок чехол одевай. А вниз бы он мог спуститься там, где хотел, кстати. Все, уехал. Да, да. Одним тормозом привязался бы. Ну, если что, на крайний случай обшишигу остановился бы. У тебя есть АБС? Да? Ну вот, у меня тоже было, а Макс же в этих моделей нет, и группа как это нету? Есть, так кто ж второй, это а у тебя первый или второй был? Крис, у тебя первый или второй Discovery был? Они же разные, эти Discovery. Ну, по идее должен быть значок, когда-то там загорался, вроде бы. То лампочку сняли и все.